Раз, раз, ой, зеваку. Всем еще раз телепузики. Мои сахарные заводы, Калуга, бандиты. Жилетовские мои любимые подписчики. Все с интернета мои, кто меня знает. Всем привет, привет. С наступающим Христовым Рождеством. Я только желаю здоровья, 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 здоровья. Также и мне здоровья, моим детям, внукам. Моему каналу. Ребят, я как устала. Пошла за одним делом получать. Зашла в магнит. Ну а что, девки, взяла по дешевке, по моей цене это все нужно. Я вам сняла, показала. Хочу поблагодарить своих подписчиков, Газпромов, кто меня помогает. Это не все еще подарки мои. Это еще не все подарки. Подарки только идут и идут. Ребят, низкий поклон, здоровье, Газпром. Кто мне помогает? А что это такое? А что это такое? Господи. А меня видно? Три татушки и три тата. Хочу поблагодарить, кто мне помогает. Газпромовский. Это еще не все подарки, конечно. Я в шоке. Вот, вот, сапоги, зимние, зима, вообще, прям по моей ноге, мой размер, сейчас я вам ногу свою, я уже один одела, сейчас все сапоги выкину, у меня тоже все есть сапоги, старые 41-го года, женская обувь, сапоги. 38 размер, Китай. А что здесь? Ой, ой, пакет здесь. А пакет зачем выкидывать? Пакеты я... Ой, вообще. Вот сапоги, сейчас я вам покажу. Сапоги, конечно, ребят... не натуральные, ну, прессованная кожа, вы знаете, прессованная кожа, это тоже, они мягкие, и не подумаешь, что они, у меня такие белые есть 41-го года, вот название коробки, прессованная кожа, вот, видите, сапоги хорошие, длинные до колена, зимние. Вот, трактор, подошва. Здесь резинка. Все, ну я свой размер знаю. Здесь мех. Сейчас я вам объясню. Сейчас на ноге покажу. Идет у меня. Вот. Вот. Это прессованная кожа, мягкая. Я знаю, что такое прессованная кожа. Там написано кожа, натуральная кожа, прессованная. Ну, вы знаете, что такое прессованная. Сапоги хорошие. У меня белые сапоги, тоже прессованная кожа. С 11-го года. И полусапоги там. Вот. Вообще мягкие. Длинный. Сейчас я вам покажу на ноге, как сидятся. А что это такое? А как мне выключать? Так, телепузики, вот я одела на левую ногу. До колена они. Это не надо отрезать, не знаю я. Посмотрю. Вот трактор. Сапоги мягкие. Ну, прессованная кожа, это очень хорошая. Ну, извините меня, кожаные, вот как у меня есть кожаные осенние, они дорогие. Эти сапоги стоили 10 с чем-то, и их минус 3700. 3700. Ну, это прессованная кожа. Ходить можно. В них теплые, прям по моей ножке. Мне нога красивая, сексуальная, видите? Хорошие девки. А? Вот. До этого прям. Ой, господи, телепузики.
Вот это вот сзади. Подарки еще не все. Это потом. Вообще классный, да, ребят? И буду ходить. А я иду такая вся. Дольче Габбана. Вот. Кожа мягкая, ребят, вообще мягкая. Ну, прессованная кожа. Вы знаете, кто понимает, это тоже хорошие сапоги. И прессованная кожа, это очень хорошо. Я аккуратно хожу в обуви. У меня обуви есть. Ходить по деревне, это куда-нибудь поехать, правильно? У меня замшевые хорошие, длинные. Лёсик давно купил. 2 года назад. Я тоже хожу на выход их. Тоже длинные. Ой. Вот те. Я жрать хочу. Вот эти. Тоже замшевые на тракторе. 2 года назад Лёсик мне. И тоже на выход. Я никуда не хожу в них. Тоже вон. Сейчас покажу. Ну, тоже длинные бартфорды. Вот это сзади, это. От этого, как шарики. Шарики-марики.